Грузию впервые с государственным визитом посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. Это событие вызвало небывалый интерес общественности, ведь официальные Минск и Тбилиси – сторонники разных межгосударственных союзов. Что стоит за этим визитом и о чем договорились главы двух стран, расскажет наш собственный корреспондент в Грузии Азиза Амакулбаева. Впрочем, визит стал первым не только для белорусского лидера, но и для его 10-летнего сына Николая, который прилетел вместе с государственной делегацией. Европейская интеграция Грузии и Евразийская Беларусь должны дать новый импульс развитию двусторонних отношений. «Новые союзы, новые возможности, а не новые барьеры, и мы к этому стремимся», заявил президент Грузии Георгий Маргелашвили на совместной пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой. Несмотря на то, что Грузия углубляет экономические отношения с Евросоюзом, а экономические отношения Беларуси углубляются в направлении таможенного союза, мы глубоко верим, что это развитие не должно ограничить отношения между нашими странами, а наоборот должно дать новый потенциал как экономике Грузии, так и Беларуси. 65 миллионов долларов – таков размер официального товарооборота между двумя странами. Причем он может увеличиться в 3 раза в ближайшие годы. Стороны договорились о перспективах взаимной торговли на 200 миллионов долларов. Беларусь готова поделиться своими секретами ведения сельского хозяйства, а Грузия предоставит благодатную почву для инвестиций. Президент передо мной поставил массу задач по переносу нашего опыта в Грузию. И я ему пообещал, что мы это выполним, начиная от создания опытного сельскохозяйственного кооператива в условиях Грузии и решить проблему продовольственной безопасности. Итогом встречи стало совместное заявление президентов Грузии и Белоруссии. Оно состоит из 15 пунктов, где перечислены соглашения, достигнутые между лидерами двух стран. Это и уважение суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности государственных границ и расширение сотрудничества в различных сферах. Азиза Макулбаева, Шалва Сурамилашвили, Тбилиси, Грузия.